Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами полистаем раскраску мандалы «Новый способ бросить курить» Лилии Габо. Я ее покупала не для себя, но тем не менее хочу, чтобы на моем канале был такой обзор. Давайте полистаем. Раскраска со склада, и стоила она 25 рублей. Здесь белая бумага, она в принципе гладкая, но бывает она и более гладкая. Издательство Э, 16-й год, Москва. Раскраску можно, наверное, я так понимаю, считать односторонней. Как всегда, в начале много текста. Даже, наверное, знаете что, давайте я вам вот так вот поближе покажу, сфокусирую. Кому интересно, ставьте на паузу. Ну, а кому не интересно, можете немножечко промотать вперед. Ну, раскраска приобретена, в принципе, просто в коллекцию. И чисто для раскрашивания. Так, ну, где тут? Вот и мандалы. В общем, да, раскраску можно считать односторонней. Сами по себе иллюстрации симпатичные, в принципе. Ну, вообще, когда человек чем-то увлечен, если говорить о вредных привычках, то если человек увлечен каким-то вот интересным занятием, то в процессе этого занятия он может и не думать о этих самых вредных привычках, если по-настоящему увлечен. Поэтому, кстати, здесь какой-то такой принт. Написано: ясность, внимание, время, здоровье, спокойствие. Ну, так издалека прикольно выглядит. Тут вот вполне есть что пораскрашивать. Неплохо. Если бы еще странички нумеровали, было бы вообще прекрасно. Но, в принципе, раскраска не самая толстая, поэтому я думаю, что и так можно пронумеровать. Но приятнее, когда это уже сделали за нас. Из этой серии, по-моему, 4 каких-то раскраски у меня есть. С обратной стороны все это вот так выглядит. Это цена 145 рублей магазина, а это цена 25 рублей склада. Вот. Ну, за 25 рублей, я считаю, прекрасное развлечение. Это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, вдохновения, хорошего настроения, уютных раскрашивательных вечеров. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока!